Уважаемые жители и гости нашего края, 31 марта, введя карантин, мы сделали первый шаг, чтобы разорвать цепь между инфицированными жителями и неинфицированными, чтобы инфицированные не заразили здоровых. И нам важно, чтобы эта цепь снова не сомкнулась. Мы пошли на этот шаг для достижения результата. А результат здесь может быть только один – победить распространение вируса по территории нашего края. Понимаю, как тяжело сейчас вам, всем жителям нашего края, изменить свое мышление, встроиться в образ жизни в условиях карантина. Понимаю, как непросто предпринимателям, малому, среднему бизнесу сохранить экономическую устойчивость в это непростое время. Уже завтра в рамках реализации моего поручения будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса, а значит, меры экономической поддержки людей, которые в нем работают. В это непростое время и нам непросто. Мне, моим заместителям, руководителям краевых министерств и ведомств, главам муниципальных образований. Ведь учебников по борьбе с коронавирусом еще не написано. И мы все делаем методом собственных решений. По-разному и получается с реализацией карантинных мероприятий. В том числе и с выдачей пропусков. Но ведь намного важнее, чтобы мы достигли общей цели. Полной победы над коронавирусом. Но достигнуть ее мы можем только все вместе, в полном взаимопонимании и взаимной поддержке. Я благодарен всем, кто с пониманием и всей ответственностью отнесся к карантинным мерам, невзирая на все свои желания куда-то пойти, остался дома. После всестороннего и глубокого анализа дальнейших мер по предотвращению распространения вируса по территории края, предложенных нашими ведущими медиками-инфекционистами, мы пришли к выводу, что способ остановить вирус есть только один – продлить карантин. Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на 7 дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Эта неделя будет непростой. Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и, конечно, лечить их. Но они уже не смогут, еще раз хочу повторить и подчеркнуть, они уже не смогут инфицировать других благодаря условиям изолированности каждого жителя и гостя нашего края, изолированности каждого из нас. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, мы должны сберечь своих родных и близких. Мы должны, мы обязаны сберечь друг друга.